команды готовы, тренерские установки получены, можно начинать. Заброс вперед. Нарушение очевидное, и судья может показать карту. Дебюши. Загружает мяч в штрафную площадь. Плохо сыграно, мяч потерян. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Есть варианты, куда сделать пас. Чисто отобран мяч. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Могло быть опасно, но защитник в последний момент. Ну же давай! И что это? Гол! Давайте еще раз посмотрим на повтор. Константин, ну нет же ничего проще, чем попасть в пустые ворота. Ну, не обижая тебя, Георгий, у меня есть сомнение, что ты бы попал. Но, как мы понимаем, такие голы, они характерны скорее для хоккея, чем... 3-0, это уже серьезно. И этот штрафной может быть очень опасный. Судья у нас либерал, и Стенко этим пользуется. Чуть-чуть поточнее был бы гол. Гол престижа подоспел. Вот это я понимаю, сколько человек можно было бы записать в ассистент. Каждый отработал на все 100, ни одного лишнего движения, просто прекрасная комбинация. Тем временем у нас 3-1. Обыграл. Ничего себе! И как опасно пробил. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Итак, гости организуют искусственный офсайд. Такое указание тренера, как мне показалось, да? Ну, тут главное четко и слаженно сработать, Георгий, а то ведь можно и выход один на один получить. Какой? Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Слушай, откуда арбитр столько терпения? Знаешь, мне кажется, он просто полон жалости и сочувствия. А вот это уже здорово. Все в рамках правил, можно играть. Отличный навес. Барри. Надо забивать и гол! Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки собственной совести. Ужасная, просто чудовищная игра вратаря сегодня, и оборона тут, собственно, ни при чем. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Мяч покинул пределы поля. Очередная потеря.
Так, неплохо. Он бьет. Мяч в воротах. Сокращает команда голевое отставание, но задел у соперника очень серьезно. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. 2 гола у одной из команд. Не прошла эта передача мяч у соперника. Аут. Тренер гостей, команды требуют от защитников искусственного офсайда. Ба! На месте голкипер, все в порядке. Спасает он свою команду. И навес. Йо Куаси. Мяч у соперника. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в Брэгби штрафные. Мяч выбит, угроза миновала. Мяч будет введен из аута. Суарес. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Вот это удар! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Игра остановлена, будет угловой. Очень своевременный отбор. Если бы не он, быть беде. Итак, еще одно стандартное положение. Барри. И матч завершен. Ну и вот вам, пожалуйста, бунт приговоренных, если угодно. Выше всяких похвал сыграли. И в качестве наград... Отличный прием. Так держать. Мяч летит в сторону ворот. Штанга спаса... И как опасно пробил. Низом в самый угол бьет и забивает. Он реализует пенальти. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Ну же давай! Опасно! Отличный навес. Барри.